Еще одна точка притяжения горожан появилась в Бендерах. Парк с динозаврами. Открывали его как раз те, кому в нем гулять и расти. Олеся Новикова с подробностями. Жители многоэтажек района Верхняя Борисовка в Бендерах теперь смотрят в окно и улыбаются. Раньше вид был заброшенный школьный двор, пустырь, а теперь новый сквер. Вот мы живем в этом доме, нам хорошо. Это самое. Конечно, прекрасно, что вот сделали такой парк. Это то, что было нужно людям, то, что нужно детям, то, что нужно пенсионерам. Я сказала, great job, как на английском я говорю. Когда парк школьный строили, думали обо всех. Поэтому для бабушек крепкие скамейки, где можно поболтать и присмотреть за внуками. Для пап беговые дорожки. Пока малыши съезжают с горок и качаются на качелях, можно пробежать пару-тройку кругов. Для нас приоритет – это эмоции наших горожан, да. И важно, чтобы эти эмоции появлялись в каждом уголке нашего города. Поэтому как бы работа будет продолжена, да, и в каждом микрорайоне появится вот такая вот точка, общественное пространство, где будет комфортно и детям, и взрослым. Бегать можно и по лабиринту, а если соберется компания, устроит соревнование, кто быстрее найдет выход. Потом нужно обязательно сделать пару кадров напротив динозавров и рассмотреть их острые зубы, а после покачаться в гамаке, восстановить силы, чтобы продолжить игру. У меня младший сын просто очень любит динозавров, и мы пришли смотреть на динозавров, старший сын пришел кататься на горках, в общем, очень красиво. Для подростков, которые живут в этих домах, в парке школьном будет спортивная зона. На этом пустыре появится еще несколько полей для командных игр. Работы на этом не будут закончены, будут продолжены в следующем году строительством спортивной инфраструктуры. Это и футбольное поле, волейбольная площадка, зона воркаута, будут установлены теннисные столы. Взойдет зеленый газон, подрастут деревья и появится уютная тень. Этот участок зальют асфальтом и получится большой черный холст для рисования мелками. Парк школьный будет расти вместе с этими малышами. Олеся Новикова, Дмитрий Ягодкин, ТСВ.